Сегодня выпал снег. Немножко подтаял. Так, если судить, наверное, сантиметров до двух. Это ячмень. Сходы ячменя Эйфель. Норма высева где-то 3 миллиона. Как раз первый листочек появился. Глубина где-то 3 сантиметра посева. Вот такие вот, такая вот корневая система у ячменя на данный момент. Все только начинается. Апрель. Редко бывают такие ранние всходы, да и такой ранний сев. То есть этот ячмень был посеян еще в марте, числа 25-го. Но 20 дней прошло, и появились всходы. Хотя ячмень обычно быстрее яровой пшеницы, но температурный режим был не ячменный. Да, еще не замкнулась даже вот. То есть влаги не, хоть снег и выпал, но влаги не хватает на то, чтобы влага нижняя сомкнулась с верхней вот этой влагой, которая пришла со снегом. То есть не хватает. То есть есть такие участки.